Сказать, что я именно к этой выставке готовился, это будет неправда, потому что шел я к ней довольно-таки долго. Я фотографирую самые разные жанры, и пейзаж, и портреты, натюрморты, и прочее, прочее. Но такая вот именно идея сформулировалась у меня где-то год три назад. И первая серия этой выставки была в декабре 2008 года, ну, то есть 2 года назад. А здесь первая часть и вторая часть.